Ну вот, задняя часть этого ангара. Там, кстати, второй тоже вроде чистят. Соседи, видимо, наши. Ну, не знаю пока. Так что я хочу показать. Вот мой вагончик. Ну, как, не мой, а наш. Этой фирмы. Вот я его сейчас чистю. Это алюминий этот был прислонен к этой стенке. Прихожу, смотрю, упал. Вот, значит, на дверях. Дефектоскопия с бригадьерис. Значит, бригадир дефектоскопов. Сердцевину поменял, поставил свою. Принес из дома, только на одну сторону работал. Дома замок полетевший был с одной стороны. Я думаю, зачем здесь с двух сторон? Закрывать надо только снаружи. Я немножко уже подмел здесь три шкафчика. Вот мне нравится, когда такие шкафчики мощные, что сразу, не то, что там в некоторых местах шкафчик, вот как половинка этого для одного человека. Здесь хоть можно что положить. Принес сегодня целую кучу ключей всяких. Думал, надо же было старую сердцевину из дому принес. Ключей кучу. Старую сердцевину уже надо было как-то вытащить, чтобы новую поставить. Здесь еще барахла полно. Вот. Да подмету здесь под дверями. Щели мощные. Двери эти закрыты на ключ. Но здесь вот я вижу, слив есть. Что, в общем-то, ну, вагончик, конечно, дрянь. Но можно будет, сейчас закончу снимать, потом доподметаю. Но можно было бы прибраться еще и, черт его знает, может быть, там и душ можно сделать. Запах слегонца только. Затхлый такой слегонца. А так ничего. А то я уже переодеваюсь который день в этой мастерской. Весь провонял и копотью, и черт знает чем. Ну вот, пока все.